Hola, hola! Всем привет и добро пожаловать на наш канал Давай, Кай! Я Мэри. И я Кайла. И мы из Венесуэлы. Buen día, amigos. Buenos días, mundo. Я Стефани из Венесуэлы и Луис из Анголы. А мы на канал Давай, Кай. Делать сегодня? Но мне сказали, что сегодня мы будем завтракать. Завтракать? Да, да. А сегодня мы будем кушать белорусский завтрак. Ну, говорят, что завтрак – это самый важный как блюдо днем. Ну, да. Завтрак здесь как бы для меня все сладкие. И для меня как бы непривычно есть сладкий завтрак, потому что мы из Венесуэлы, а там мы как бы салоны больше кушаем утром. Ну, типа там арепа, фасоль, мясо, сыр. И там очень вкусно все это сочетание. И еще авокадо. Да, авокадо. Обычно мы кушаем омлет яйцем с хлебом. И чай. А мы обычно пьем кофе. Я не знала, что здесь можно кушать именно утром. Не знаю вообще. Короче, мы сегодня уточним этот момент. Но для начала вы должны подписаться на канал, потому что на будущее у нас еще крутые, клевые и интересные видео, которые мы подготовили для вас. Специально для тебя. Для тебя и для тебя. Ну что, поехали? Поехали. Так что давай, Кай. У нас первое блюдо. Ты знаешь, что это? Это творог. Творог. В Анголе есть творог? Нет, у нас нет творога. У нас тоже в Венесуэле нет. Ой-ой-ой, и нам принесли творог с вареньем. Да. Вареньем как? Малиной? Малиновое. Да. Это самый главный продукт для того, чтобы получить сырный. Поэтому я очень люблю сырник. Но я очень люблю творог. 6 лет примерно живут, но творог до сих пор это для меня как бы... Да, да. Но мне похоже на рикотту. Не знаю почему, но поэтому мне как рикотта, они похожи. И поэтому нормально. Честно, я не люблю творог. Я никогда не ем творог дома. Но с вареньем я никогда не попробовала. Такой смесь мне странно. Ну, потому что он как молоко, но не молоко, не йогурт, а не сыр. Это как микс. Интересно. Мне нравится это как десерт. Но на утром я не могу кушать вот это. Но очень вкусно. Творог очень полезный для зубов. Да. Знала бы. А почему ты не знаю, любишь? Что это очень полезно, а здесь есть, она как... Белка, протеина. Это зеленый или черный чай? Зеленый. Зеленый. Мой любимый. Но это не зеленый, это черный. Что ты думаешь? Это хорошо для завтрака? Ну, наверное, да. Я точно. Потому что это очень быстро. Ну, полезно быстро. Все тут тебе надо вот здесь. Но это десерт для меня. Это первое блюдо. Утром это невозможно. Очень вкусный, но это десерт. Ты знаешь, что я знаю, что здесь спортсмены кушают творог очень много, потому что тут очень много белок. Сколько ты даешь? Я даю 4. Я даю 3, ну потому что это как завтрак. Все, что надо, вот там. А ты знаешь, почему я даю 4? Почему? Потому что оно очень полезно для зубов, и как раз у меня там. Проблемы с зубами. 4,5. Ну, 2,4. Ну, надо сделать 4,5. Ну, хорошо, тогда 4. Нет, тогда 5. Да. Я, как бы, этот творог, обычно такая молочный продукт, я дам 4 балла. Что происходит? Почему такого бутерброда? Что за бутерброд? Я не знаю, что за бутерброды тут. Это бутерброд с паштетом.
Ты когда-нибудь ела паштет? Нет, именно здесь нет, но у нас в Венесуэле есть и называется диаблитос. А еще что? Диаблито из свинины. Из свинины. Очень вкусный, прикольный. Что? Я не люблю паштет, к сожалению. Вот это раз я люблю. А почему ты не любишь? Потому что мне не нравится, невкусный. Ну, невкусный. Ну, я не знаю, но я не могу кушать. Паштет и сутка очень... Да. Читаются деликатес. Mm-hmm. Поэтому завтрака, паштет и сутка, это я считаю, что богатый. Ну, для меня это богатый завтрак, потому что паштет, как ни крутит, в Венесуэле очень дорогой. Чего? Даже пробовать не можешь? Не, не могу пробовать. У тебя будет наказание. То ты придумала. А, ну это очень просто. Очень что? Просто. Ты должен петь на русском. Моя любимая песня. Дождь. Какая твоя любимая песня? Будет ты знаешь группу Добро? Да, знаю. А, вот. Ну, очень просто тогда. А что за песня? О! Приятного аппетита, друзья. Mm-hmm. Что, нет? Я не музыкант, но сейчас буду импровизировать. Ну давай, ты поешь, а я танцую. Звук поставим на все, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говори до утра. Это Йонис Майя, это Йонис Майя. Молодец, Луи! Текстура мне не нравится. Но вкус, да. Вкусный. Да. Но это для нас как закуски. Да. Да. Обычно на вечеринку, на день рождения, на праздник, на свадьбу, но не на завтрак, потому что он дорогой. Все? Все? Люсь не будет кушать, а я буду. Ты знаешь, когда я была маленькая, вот я обожала паштет. Но, естественно, не так вкусно, как в Венесуэле, но все равно я буду кушать. А я чай пью. Это очень вкусно, и, либо я очень голодна сегодня, но пока после творог вот этот бутерброд лучше. А, нет, творог лучше, мне кажется, но очень вкусный. Ну, подойдет ну, на завтрак, как ты думаешь? Я думаю, что нет. Я могу. Ну, как говорят, не, то, что нам не убивает, делает ну, нас сильнее. Поэтому... Ну, смотрите, для меня это не завтрак. Я уже сказала, что это как закуски. Поддерживаю ее. Это правда. Не буду повторять, потому что она права. Как ты не ел, ты не можешь это ничего. Да, не могу оценить, потому что я не ел. Не пробовал. Я могу. Вкусный, но не бомбический. И как не бомбический, я не могу отдать больше, чем 3. Ну, простите, но бывает. Ну что, из 5 сколько ты баллов? 4. 4? Да. Я 5. Воу, наконец! 5. Нет, 5 обычно бывает 10, но у нас только ранга пока 5. Вкусно? Ну, я не знаю, что еще там есть. Ай, наконец, друзья, у нас 30 блюд, это сырники. Я очень обожаю сырник. Знаю, что это сырники, но я никогда не попробовала, потому что когда в магазине мне не нравится купить продукты, которые уже готовы, и я не знаю рецепт. Ты любишь сырник? Ну, я тебе говорила, что я никогда раньше не пробовала. А, но никогда не пробовал сырник. Давай, сейчас я пробую. Как 5 лет в Беларуси никогда не пробовал сырник. Я надеюсь, что тебе понравилось. Да, это очень странно. Это сметана и это вареники. Малиновый опять. Но ты можешь ее смешивать. А можно сгущенка или нет? Нельзя. Сгущенка есть? Сгущенка не пришла сегодня. Поэтому нет. У нее даже слов нету. Просто она наблюдает. Ай, какая вкусно. Как вкусно, да? Как тебе сырники? Ты первый раз пробуешь сегодня. Очень вкусно. С вареньем очень сладкий. Я люблю больше со сметаной. Вкусно. Опа. Но, по-моему, очень сладкий. Очень знаешь, сладкий. Почему сладкий? Потому что варенье.
Оно не сладкое, да, оно не сладкое. Ну, да. Yeah. Это хорошо, когда сладкий, потому что ты просыпаешься с утром, и у тебя нет энергии. И как только ты кушаешь сахар, у тебя вот так начинается. И день уже другой. Сырники? Ну, точно, точно. Хорошо для завтрака. Или десерт. Ну, вот завтрак, вот так. Ну, смотри, я знаю, что это похоже на арепу. У нас есть арепа из кукурузной муки. То есть белая арепа не, то, не только вкус похоже, и цвет тоже похоже, и форма. Придумали хорошо. Да. Люди, которые придумали сырник, они в тот день имелся такие хорошие настроения. Поэтому они придумали. Начинай свой день такой вкусный. Вкусный сырник. Да, это для завтрака. Да, это для завтрака. А у нас сейчас хорошее настроение. Да, у меня. Это еще молочные продукты, поэтому, когда есть вареник, он дает какой-то контраст, и поэтому, как бы, читается очень такое интересное. Но на завтрак для меня это много сахара. Я не буду спросить, сколько ты даешь, потому что я знаю, что ты даешь как. 100 с 5. Я бы дал 1000. А ты сколько даешь? Интересно. 4! О, ура! Потому что очень сладкий, да. По-моему. И вкусно. Ну, очень вкусно. Так и слежим, потому что очень вкусно, но... Давайте 4 тоже. Я хотела только показать 4. Это магия или что? 3. Почему? Ну, очень сладко для меня. И как завтрака, это очень много адреналина для меня. Вот я ела сырник, и я вот тут. Очень много сахара. У нас последний завтрак. Жареный пельмень. Это похож на ньокки, равиоли. Но нет, у нас сейчас пельмени жарено с мяса, со сметана. Я никогда не завтракал. Пельмени. Пельмени я обожаю. Я первый раз буду пробовать пельмени жареные. Ты не попробовала? Нет. Я попробовала. Но я сама готовила именно. Я куплю и сама поставлю на масле и вот так. Жареный? Это первый раз? Ну, для меня тоже это будет первый раз. Я буду пробовать жареные пельмени. Это сметана. А как красиво, смотрите, это как подушеньки. Подушки. Боже мой, что так много мне стало. А как это вкуснее? С сметаной или без сметаны? Или без? Без сметаны. Со сметаной. Я на тебе смотрю, и я уже хочу попробовать, потому что ты такая И танцуешь, видишь? Вкусно. Это все сырник, и у меня сахар еще внутри. Я иду электрика. Электрика. Сальса, папа. Опа. А можно вот так? Так проще. Вкуснее. Да? Но я попробовала вкуснее. Ай. Que delicioso. Очень вкусно, мне понравилось. Мне очень понравилось, много. Да. Слушай, очень интересный завтрак. Опять, это для нас может быть как аперитив. Нет. Подожди, когда ты видела такой завтрак в Венесуэле? Это можно обед или ужин. А я сначала подумал, что это какие-то... печенье. Да. Да, я не думал, что это пельмени. Как называется вот такое печенье, что, ну, как орешки, и внутри сгущенка. Сгущенка или шоколад, там, или карамел есть. Ты представляешь, когда в Венесуэле мы поставим аперитив с булькой? Это редко бывает. Мы кушаем с руками, если это закуски. А как это можно? Нет, это не... Я не согласна. Мне очень понравилось. Как завтрак, да, можно. И как обед. И как пончик. И как ужин. И как десерт. И как все. Вот. Ладно, для меня
В моем доме, в моем городе для нас аперитив. Да. А для меня это обед или ужин? У нас просто завтрак это попроще, и он тяжелый. Но у вас такие деликатесы на завтрак, что я прямо уже думаю, ничего себе. Да, очень вкусно все получилось. И, но просто мы по-другому думаем, понимаешь? Мы уже попробовали 4 блюда, и мы думаем, это не на утро, это можно как десерт, это можно на ужин, это можно вот так. Сколько ты даешь из 5? 1 000 000. Тогда я тоже даю 1 000 000. Я тебе отдам 5 баллов. 5? Да. Да. Да, мне понравилось. Я 3. Они вкусные, но я уже попробовала лучше. Ну, друзья, это уже конец. Но я бы хотел еще попробовать не столько блюда. Но не грусти. Я не грущу, потому что на следующей неделе будет что-то интересное и вкусное. Я думаю, у нас будет очень интересное и прикольное видео. Да. Если вы еще не верите, вот это подпишите и посмотрите. Поэтому вы тоже не переживайте и не грустите, потому что у нас... я уже знаю, что у нас будет на следующее видео. Знаешь? И, да. Скажи мне. О, тогда, если вы желаете узнать, что у нас будет на следующем видео, подписывайтесь на наш канал. И не забудьте... Я Стефани из Венесуэлы. А я Луис из Анголы. Увидимся на следующем видео. Пока-пока. Пока-пока. И не забудьте, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, ставьте лайки. Наш канал... Давай-кай! И надеюсь, это видео вам понравилось, поэтому мы увидимся на следующей неделе. И с вами была Кайла, Мэри, и мы на канале Давай Кай. Чао-чао. Пока-пока. Что? Чтобы я покушала? Нет. А что? Нет. Для чего? Я уже забыла. Я представляю то, что все девушки просто говорят, я, ну, хорошо, я согласен. Потому что, как раз я джентльмен.